Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Force. Код товара 4941. Набор состоит из 94 предметов. Поставляется он в трех вариантах. Это с шестигранным профилем, с 12-гранным и с профилем SL. То есть для слизанных гаек, как еще говорят, или суперлок. У нас в видеообзоре набор шестигранным профилем. По комплектации набора. В комплекте идут две трещотки на 24 зуба, то есть силовые, так еще называются они. Чем меньше зубьев в трещотке, тем она крепче, тем большую нагрузку она выдерживает. Если трещотка, допустим, 72 зуба, да, ними легче работать в тесном пространстве, но она не такая долговечная и не выдерживает, то есть, больших нагрузок. Здесь идут на 24 зуба. Трещотки разборные. Каждой трещотке Force можно докупить ремкомплект и заменить внутренности. То есть каждой трещотке есть ремкомплект. Также видите номер по каталогу. То есть каждая единица инструмента из набора имеет номер согласно каталогу. И Force выбита. Материал изготовления CRV, это указывает производитель хром-ванадий. Без люфтов, то есть очень хорошо сделанный инструмент. Также трещотка под квадрат 1,4. Быстрый сброс, реверс, пластиковая рукоятка, прямая. Также разборная, можно докупить ремкомплект. Отверточная рукоятка, под нее используются вот такие вот насадки. Ставили нужную насадку. Есть здесь торкс. Торкс насадки и шестигранные, и шлицевые, и крестовые. Также можно использовать с головками под квадрат 1,4. Вот здесь у нас в рукоятке, видите, квадрат. Можно вставлять трещотку или удлинитель. Получается реверсивная отвертка. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,2. И есть также под квадрат 1,4. Под квадрат 1,2 он также используется как удлинитель. Снимается переходник 250 мм. Вот такой удлинитель также имеет номер. И есть еще удлинитель 125 мм. Под квадрат 1,2. Данный переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Сейчас у меня есть трещотка здесь. Вот 3/8 квадрат вставляем. И можем использовать головки из набора. У кого есть трещотка на 3/8 дополнительно. Два кардана. 1/4 и 1/2. Карданы скреплены штифтами, то есть не разборные. Есть, встречается набор инструментов других производителей, где они скреплены шурупами металлическими. Здесь они вставки. Так, небольшой набор Г-образных ключей. Вот такой маленький. Две головки свечные 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. Два удлинителя под квадрат 1,4, 100 и 50 мм. Так, головки шестигранные, в наборе их 29 штук, шестигранный профиль, самая маленькая на 4 мм, самая большая головка на 32 мм, вес головки 168 грамм. Как видите, они идут у нас. Половина головки матовая, половина глянец. Такая вот ребристая поверхность. Также имеет номер свой. 32 мм, форсе, CRV, материал изготовления. Головки длинные. 13 штук их. Самая маленькая 6 мм. Самая большая 22 мм.
биты под квадрат 1,2. Также здесь крестовые, есть торксы, есть шестигранные. Они используются вот с таким вот переходником. Выбираете нужную биту вам, вставляете. Можете использовать воротком или использовать трещотку. Также есть удлинитель, который можно дополнять. Так, чего здесь нет? Здесь нет головок E-класс, торкс, то есть чем отличается 94 от 108 набора на 108 единиц. В данном наборе нету головок E-класса. То есть только шестигранные, или вы можете выбрать 12-гранным профилем, или с профилем SL. По комплектации все вам рассказал. Сейчас покажу еще кейс для хранения. Кейс состоит из двух частей. Верхняя крышка, нижняя. То есть вот такие вот пластиковые зависы. Они какие-то внутренние идут. Кстати, вот хотелось бы отметить, что инструмент в верхней крышке хорошо заклопывается, то есть защелкивается, что исключает его выпадание. Вес набора 6,5 кг. Вот сам кейс, то есть картоновой или какой-то бумажной упаковки он не имеет. Он запаян в пленку, и здесь такая наклейка форсе. Указывается профиль, вот видите, яблочко, то есть шестигранный профиль или 12-гранный профиль, можете выбрать. Или профиль SL. Пластик жесткий, то есть кейс очень качественный. Видите, логотип форсе, Professional Tools. Запирание на металлические такие вот замки. Кстати, очень удобно и продлевает срок службы самого кейса. Если вы хотите профессиональный набор за довольно демократичную цену, то есть крепкий, хороший набор, то присмотритесь к наборам Force. То есть проверенные наборы и имеют положительные отзывы. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До свидания.